По инициативе членов фракции «Единая Россия» Государственной Думы Российской Федерации выделены средства в регионах страны на улучшение материально-технической базы учреждений культуры. Центр культуры и досуга города Колпашево успешно принял участие в программе партии «Единая Россия» «Местный дом культуры». На выделенные средства Центр культуры и досуга приобрел одежду сцены, музыкальные инструменты, световое и звуковое оборудование в домах культуры города и района. В сегодняшнем мероприятии мы презентуем приобретенное оборудование. Победой в конкурсе, в результате которой мы получили новое оборудование, новый свет, звук, сцену. И это позволит вашим молодым актерам, как было сказано, свои выступления, свои номера, свои произведения показывать на новом качественном уровне. И так они у вас молодцы, и так они у вас побеждают во всех конкурсах. Высочайший уровень. Но теперь, повторюсь, с новым оборудованием вы будете наслаждаться уже совершенно другими номерами. Говорит, что он самый главный музыкальный инструмент. Как вам это нравится? Вы слышали что-нибудь подобное? Какое самомнение! Какая нескромность! В конце концов, что здесь происходит? Тише, тише! Пусть уважаемый баян расскажет все по порядку. Я самый главный музыкальный инструмент. Когда на свете не было никаких музыкальных инструментов, человек подошел к сухому дуплистому дереву и ударил по нему палкой. Бум! Громко отозвалось дупло. И это было так чудесно, что человек заплясал. Нет, я не поверю, я ни за что не
шептер, фанфары гремят. Публика ждет, будь смелее,
Thank you.